29 номер. Проходите, пожалуйста. У нее породная голова, достаточно длинная. Глаза недостаточно широкие. Мая, широкий труп, достаточно объемная, глубокая, объемная грудная клетка, хотелось сделать ее более длинной. Есть проблема с трением плечо-лопаточного сочленения, прямоватые плечи, незначительно подорожные. Это видно в движении у собаки, недостаточно выходить. Коротковато предплечье. Довольно редкий для детей. У нее умеренные углы коленных суставов, хорошо выражены пяточной костью, достаточно широкое бедро. Это по кругу, пожалуйста. Движение торса достаточно свободное, короткий таз и недостаточно силы толчок заднего. Thank you.